Стадион на улице Стадионная в Куйбышевском районе скоро снова станет излюбленным местом для фанатов спорта. Работы идут полным ходом. Старое оборудование уже демонтировали, теперь оно отправится на металлолом. Вместо него на стадионе появятся новые современные трибуны на 1000 мест. На стадионе уже провели ревизию дренажной системы, которая позволит отводить излишние грунтовые воды в контейнеры. Скоро территорию покроют специальной пленкой, песком и щебнем. Потом уложат искусственное покрытие и установят оборудование. На сегодняшний день основание поля уже готово. Лабораторию грунтовую взяли, она проходит. Соответственно, после завтрашнего дня начинаем завозить песок и непосредственно сам пирог поля, устройство поля. Реконструировать нефтяник начали еще 3 года назад, но работа подрядчика вызвала много нареканий. Неправильно был выполнен ремонт дренажной системы и коммуникаций. В служебном корпусе некачественные полы, отсутствует вентиляция. После проверки городские власти приняли решение некачественную работу не оплачивать. Контракт был расторгнут. Сейчас на площадке работает другая компания. Мы настраиваем подрядчиков на качественное проведение работ, знаем требования губернатора, знаем ожидания людей, самарцев, поэтому это принципиальнейший вопрос – качество и сроки. В проекте капитальный ремонт трибун, хоккейной коробки, баскетбольной площадки, ремонт беговых дорожек, устройство ограждения и система освещения. Обновленный стадион будет соответствовать всем современным стандартам. Завершить ремонт подрядчики планируют уже этой осенью. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов. События.